только больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют. И снимают про них сериалы, ведь они не в формате канала, и пишут про них в интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молодые, но не студенты, никакие не знают ни ленты, в суши-барах они не бывают, и в солярии не загорают, у них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру, и сидят в контактах в онлайнах, они вправливают на комбайнах. А вы бьемся по вашей тилаж, сел на него, растермаш, на ветре, он 500-550, на камилке перед этим поросят. Ты пошел взять пахать, молотить вишень, будет добрый твой рабочий день. Но заборы знаешь, каждый индик в тракторе внутри, получаешь за работу месяц тысяча три, там байоры. Никто, что в него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур, эти парни не являются мечтой гламурных дур. И пускай там пидорасы тесуются в Москве, но пока